Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мафиоза. Так, улучшение баланса. Ребята, видимо, тут прошло у нас обновление. В принципе, это хорошо, когда они делают баланс. Поздравляем, ваш друг Алекс Джиджи присоединился к миру Мафиоза. 500 монет мне за это. Спасибо тебе, Алекс Джиджи, за такой щедрый от тебя подарок. Так, ну что же, а давайте открывать сундук даром и смотреть, что нам выпадет. Не хочу я пока смотреть. О, нормулька. Так, курочка выпадает и стрельба. Так, у нас еще есть сундук, подождите, ребята. Не спешите, у нас еще есть сундук. Так, угу, бабуленька. Дальше у нас полицейский, жандарм. И... ага. Это, по-моему, да, это, ребята, суперудар, бабулькин. Отлично. Так, и открываем вот этот сундук еще. Ух ты, а тут побольше выбора-то. Так, награда. Посмотреть видео за вознаграждение. Слушайте, давайте разочек глянем, что там нам дадут. Так, две другие опции. Ах, вот оно что. Так это же круто. Ребята, вот он мой любимый герой открылся. Потом покажу, что он делает. Так, опять же бандос. Стрельба для бабули. Гнев для бандоса. И... так, ну это у нас для подрывника. Все, отлично. Так, что у нас тут в магазине? Что-то новенькое, да, появилось? Способность, это все за соточку, да, ребята? Прокачать Гарри наручники на 10. Не хочу. Не хочу и не буду. Тут вроде бы больше ничего у нас нету. Ладно, ребятулечки, ну что ж, давайте продолжать дальше показывать, кто мы здесь на самом деле, что мы здесь значим, что мы здесь весим в этом мире. Так, и кого же мне взять? Ребят, я хотел взять вот этого вот толстячка. Так, давай-ка мы выберем, поставим его вот сюда. Давай посмотрим еще, кстати, атака. Можем сравнить с бабулькиной? Йо! У бабулечки-то атака, ты посмотри, просто нешуточная. Но зато наш Фрэнки Пышка, он больше идет как танк. Ладно, короче, давайте так, оставим пока Фрэнка. И желательно бы его, ребят, поставить вот сюда, на первый план. Давайте, поехали. Ай-яй-яй-яй-яй, знаете, в чем моя, ребят, сейчас была ошибка? У меня же не прокачаны у Фрэнка способности. Ладно, будем так пока рулить, вспоминать, что почем и как. Ага, бабуля делает масуху. Массовую атаку, это понятно. Так, ну а мы с вами будем, наверное, ликвидировать кого? В принципе, нам здесь не нужен жандарм. Его нужно убрать в первую, ребята, очередь. Так, вроде бы все. Ждем хода врага. Посмотрите, как у него быстро копится ярость у нашего оппонента. Как они так умудряются сделать? Никак не могу понять, ребята. Вот сколько играю, я не могу этого догнать. Ой, Фрэнки Пышка, да, вот так он, ребята, бомбит. У него вроде бы такие атаки не очень большие, но он бомбит и бомбит, бомбит и бомбит. Ах ты, гад. Жандарма я все равно уберу. Я все равно должен его уничтожить. Все, в следующем ходу ему, ребятули, будет крышка. 85% у него уже ярости накопилось. То есть он на следующий ход, ребята, запилякает. Стопудово будет бомбить Пышкой. У Пышки довольно неплохой урон. Ну что, бабка, ты сейчас еще звезданешь, ведь так? Я ведь знаю, что ты сейчас будешь бить. Мне выгодно, ребята, чтобы здоровье было меньше у нашего мафиозника. Так, ну что, добиваем, наверное, с вами полицейского. Ага. И теперь уже... теперь уже вот так вот будем делать. Давай-ка, вот так. Шикарно. Как только у этого малого станет мало здоровья, 50%, может быть даже где-то 35%, ох, он будет тут бомбить. Ну что, ждем ярость. Сейчас стопудово, наверное, бабку. Ну что ж, бабка-то бабка. Все равно у нас выжили ребятулечки. Вот это хорошо, вот это хорошо, что ты сделал. Надо же, коп выжил. Ну что же, давайте теперь и мы сделаем с вами ярость. Я, наверное, брошу наручники, скорее всего.
Поехали. На кого? На пышку, да, упала карта. Ага, хорошо. Ну что могу сказать, ребята? Грубо говоря, победа где-то у нас в кармане. Если тут игра не повернется к нам задом. Так, пока у нас по одному убитому. Ух, ё-моё. Жестко. Ну что же, мы с вами тогда также шмаляем. Так, ну, давай, кто кого? Бабуля, этот тебе напоследок зайдет, поверь мне. Этот парнишка так зайдет, что мало не покажется. Ха-ха-ха-ха. Выжил! Молодец, Фрэнки Пышка. Ну что же, бабуль, как бы нам лучше сделать-то? Нет, нам надо, по идее, вот этот вот. Три. Сейчас, короче, мы сделаем вот так вот. Так. Отлично. Ну что, бабуль, я знаю, что ты сейчас пышку уничтожишь, это однозначно. А вот потом этот паренек будет стрелять. Оу-оу-оу-оу-оу, тихо, бабуля. А мы с вами не накопим, да, на ярость? Нет, мы не накопили, нас вообще убили. Блин, тут знаете, в чем, ребят, проблема была? Ну, я выбрал пышку, понятное дело, что он танк, но у него не прокачаны скиллы. Выбираем с вами, я полицейского уберу и возьму, наверное, пышку. Вот так вот. Давай, наверное, вот таким вот макаром попробуем поиграть. Так, бабулю мы с вами поставим вот сюда. Вот так вот. Будет самое то, что нужно. Надоело, как говорится, нам проигрывать, будем выигрывать. Ну что же, ходит враг первый. Я жду. Что-то он не спешит, ребят. Не спешит, ага. Вот так он решил сделать, да? Давай посмотрим, что у нас получится из этого. Отлично, давай еще разок. Нормуль. Я готов. Так, потом бы кем? Наверное, мы все-таки... Ага, бросает дымовую шашку. Динамит, конечно же, динамит, ребят. Так, Фрэнки Пышка начинает тут бутузить. Погнали. Отлично. Так, потом я, наверное, как только здоровье у этого хотя бы половина станет, буду применять стрельбу. Так, ну что, кинул шашку свою. И успокойся. Все, пострелял и хватит. Поехали. С бабули начнем. Так. Вот так. И еще выстрел. Ох, хорошо. Нифига, ребят, взрывчатка отнимает здоровье. Нехило. И у него еще ярость. Он поставил неуязвимость. Ха-ха, неуязвимость. Ребят, в него стрелять бесполезно. Он не будет все равно тратить здоровье. Так, ну что ж, давай тогда мы с вами что сделаем? Становится бессмертен... Нет, на один ход я не хочу, ребят. Я не хочу становиться бессмертным на один ход. Давай попробуем бабулькин. Да, конечно, вот в этого, что мы с вами прошмаляли, это плохо. Бабуля, я не понял, как ты увернулась от моего выстрела-то, а? Странно было, конечно. Давай, 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 здоровье ему уменьшай. Уменьшай здоровье. Так, сколько она? Через два входа, да, взрывается шашка эта? Есть пока у нас время. Так, ну что же. Пора, наверное, с бабулечкой-то заканчивать. Не сможем, да? Не добили. Не добили, к сожалению.
Так, у него 67% ярости, то есть он скоро, наверное, через ход будет... Во! Давай. В минус. Толстячок. Сейчас будем стрелять. Сейчас будем бомбить. Сразу бабку убьем, наверное, и подрывника. Я думаю, это будет... Не, давай вот так вот сделаем. Так. Так. И вот так. Все, остался подрывник, ребят. Ярость готова. Ну давай, что ты там сделаешь со своей яростью? Бросишь мне динамит? Ага, понятно. Ну все. Ему хана, ребят. Ух. Пока, родной. А, бабка как отжигает, а? Не по-детски. Ну что же, за нами победа. Мы получаем с вами сундук, сейф точнее. Еще 5 шляп, ребята, и мы с вами откроем сейф. Так, мне надо, кажется, выбрать его вот сюда. Вот так вот, мне кажется, будет пооптимальней. Ну что же, давайте смотреть, что у нас дальше будет здесь происходить. Ага, убежал кто-то. Так, открыть. Кто-то вышел, ребята, из боя. Надеюсь, сейчас-то все будет хорошо. Вау, прям как у меня, смотри. Один в один. Командочка, ребят. И все время какие-то, я не знаю, кто это вообще такие. Индусы, что ли, там? Так, он выстрелил, да? И мы, наверное, тогда тоже с вами бомбанем чутка. Отлично. Смотри, считай, где-то процентов 20 мы отняли здоровье. Что он будет делать? Опа, у него ярость копится быстрее. Вот, кстати, хорошо, что он стреляет. Бабуль, давай, родная моя. Бомби. С удовольствием приму вот эти вот твои стрелялки. Кстати, у него здесь тоже же этот чувачок есть. Так, погнали. Ага. Так. Давай смотреть дальше. Ну, что задумался? Блин, у него 83% уже. Хреново. Хочет уничтожить меня, да? Говнюк этакий. Ладно, теперь придется, ребята, действительно им воспользоваться. По полной программе. Поехали. Так, минус бабка, да? Шикарно. Бабка отстреляла свое все. Ярость, блин, готова. У него получается, что здесь бессмертие. Что здесь бессмертие. Ну ладно, я-то буду вот этого бомбить тогда. Что он думает, что я буду стрелять? Ничего подобного. Так. Тратить я пока не буду свой суперудар этот. Давай, поехали. Вот так вот мы это сделаем дело. Пока свой суперудар я тратить не собираюсь. Да. Пострелял и будет. Он, наверное, не знает. Или, может быть, знает, но прикидывается. Так, ну что же, бабуль, рискнешь здоровьем? В принципе, неплохо, но в то же время не очень хорошо. Ох, сейчас будет вот этот чувак шмалять. Ох, шмалять. 3 выстрела он сделает, может. То есть, вполне может уничтожить бабку. Наверное. Фрэнка вряд ли у него получится забомбить. Хотя, кто его знает. Слушай, метит в бабку, смотри-ка. Поехали. Ох, шикарно, дайбивочный, ребятули. Пошел отсюда. 3 шляпы заработали. Прикольно. Так, когда нам там на следующую эту карту? Ой, еще не скоро. Так, открыть за 18 гемов. Не буду я пока тратить это все дело. Давайте следующий бой на горяченькую.
А что у меня у бабульки тут можно улучшить? Я не могу понять. Ах, супер удар. Конечно, надо улучшать это дело. Плюс 5 к урону. Плюс 5 к урону. Не так много, но, ребята, это все-таки все равно существенно на нашем бое будет видно. Погнали. Ищем соперника. Бабуля. Бабуля не шутит. И атака у нее офигеть какая. Ну, кто нам тут достанется? О, блин, вот эти... Не, вот это, кстати, тоже неплохой чувак, мясник. Я вам сразу скажу, он топорами-то своими тесаками метает, будь здоров. То есть два жирных танка у него здесь. Неплохо устроился. Даже так. Даже так он сделал, а? Ты посмотри. Мне надо стрелять в нее тогда, получается. Желательно-то. Давай попробуем так вот сделать. Нет, так опасно. Угу, отлично. Сейчас поцелуйчик спадет, ребята, и после этого уже будем бомбить. Это, насколько я понимаю, прицельный выстрел. Она будет наносить критические уроны при следующих атаках. То есть она как бы его взяла на прицел. Так, что еще? Сейчас, наверное, кто-то из них. Или Тесак, или Фрэнки. Кто будет бомбить? Жду. Вряд ли она будет стрелять. Так, а теперь мы будем с вами... Вот она как делает. Ты посмотри, а. Ты посмотри, что делает. То есть я не могу атаковать Фрэнки, потому что она будет стрелять именно в того, кто будет атаковать. Хорошо, мы будем с вами ее, наверное, добивать. Хотя нам желательно было убить вон того вон толстяка. А сколько у нас здесь урон получается? Всем врагам. Блин, всем врагам. Нам не надо всем врагам-то. Поехали тогда так. Так, стреляет по цели, нанося ей урон. Сколько ты наносишь урон? Не такой уж и большой. У бабки, по-моему, круче получается. Ну что же, давай, вражина, ходи. Я жду. Ну не томи, не томи. Не думай там 3 часа. Давай, шмаляй. Так и будешь, что ли, с одного на другого перекидываться, а? Пока терпимо. Жду следующий выстрел. Блин, Фрэнки, тебя-то кто просил сюда встревать? Ух, ну что, по-моему, пора с тёлочкой-то завязывать. Вам не кажется? Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватит. Не хватит, ребят, чуть-чуть. Блин, а нет, все хватает. Ну что же, а вот теперь повеселимся. Теперь можно атаковать всех. Без разбору. Посмотри на его рожу. Зубы кривые, гнилые. Такой чувак с тесаками. Жесть. Так, ну что, я готов. Ага, вот так он решил сделать. Хорошо, это только мне на руку. Ну что, бабуль, давай, пошли. Отлично, отлично. Ничего плохого нету. Белиссимо. Браво, Белиссимо. Ребята, у него вообще ярость еле копится. Что за дела-то? Ну, давай, кто-нибудь. Что-то ты слишком долго думаешь. Слишком долго думаешь. Кстати, он по кубкам, ребят, слабоват. У меня 89, а дали, у которого 54. Странно. Ну, давай, давай, я жду. Не задерживай, пожалуйста. Хорошо, что здесь есть, ребята, вот этот вот счетчик времени. То есть, как только он переходит вот сюда, мы сразу начинаем ходить. То есть, даже если он ушел из игры или специально не хочет ходить, все равно это его не спасет. Ну что, ребятулечки, давайте, наверное, продолжать жарить. По красоте идет. Так, ход врага. Видимо, ребята, он ушел. Там, по-моему, 3 боя. Если он не ходит, он проигрывает. По-моему, так было раньше. То есть 3 раза пропускает ход, он проигрывает.
Да, он взял просто-напросто тупо слился. Он понял, что ему хана, и специально стал делать так, чтобы я время свое выжидал. Ну и, соответственно, вам тоже, ребят, придется не очень сладко на это все смотреть. Ну да не беда. Сейчас я его накажу. Видите, ваш противник покинул битву, там было написано. Все. Значит, победа за нами. И мы получаем с вами сундук. Почему я называю все время сундук, если это сейф? Боевой сундук. Откройте мне, пожалуйста, покажите, что здесь. Так. Ну ладно, посмотрим. Так, и что же нам? Ага. Одну опцию всего лишь добавили, хорошо. Так, отлично. Неуязвимость, это на Фрэнке пышка. Так, это тоже. Вот, ребята, вот, пошли, пошли у нас, как говорится, повышаться скиллы на Фрэнка пышки. И это меня радует. Для бабуленьки. Опять для Фрэнка пышки. И все, готово. Так, ну что же, я думаю, ребят, надо нам улучшить. Так, клан, клан, какой клан? Клан только с третьего этого доступен. Подожди. Бабуля, мне нужно что? Мне нужно прокачать скиллы. Так, выбираем. Нет, подожди. Выбираем-то выбираем, но вот. Так, я пользуюсь в основном вот этим вот ударом. Я его и буду прокачивать. Так, хорошо. Еще разок. Вообще солидно. Давай тогда и этот до кучи прокачаем. Вау. Третий уровень у нас получает этот скилл фокус. Так, ну что ж, теперь у бабули. Давай сделаем. Так, что у нас еще есть, ребята? Нам бы, конечно, получить бы третий уровень побыстрее. Это было бы вообще шикарно, согласитесь. Короче, на 50, да, мы получаем с вами третий уровень. Блин, 200 аж. Наручники. Вау. Есть. Ну что, ребят, поздравляю нас. У нас третий уровень. И мы с вами можем уже создавать кланы. Что нужно для этого? Например, создать название клана. Как всегда, по стандарту. Легион. Легион.ру. Вот так вот. Во. Легион.ру. Ру-легион. Так, наверное, будет... Да ладно, фиг с ним. Легион.ру. Так, описание я не буду никакого делать. Что нужно? 1000 монет. Нет, ребят, не получится пока. 1000 монет нету. Поэтому как накопим, так сразу и сделаем. Ну что же, на этом, пожалуй, я буду завершать. Мы будем с вами ждать, когда у нас откроются вот эти сейфы. Будем их открывать, прокачивать дальше персонажей и играть. Ну а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.